Большое спасибо за донат, человек с никнеймом Истинный Маг. Придумал приветствие. Сейчас я покажу, как сделать. А. И я не придумал приветствие. Я реально не придумал, и вот решил, что так скажу. Еще шляпа уехала, блин. Сейчас я покажу, как сделать фолк-метал за 5 минут. К счастью, жанр несложный. Здесь, кстати, звук говнистый и картинка говнистая, обратите внимание. Я не знаю, почему так вышло в итоге, но вот. Поэтому я думаю, и я так управлюсь. Вышло. Сперва нам нужен, конечно же, фолк. Для фолка нужна какая-нибудь дудочка, флейточка, свистелка, перделка. Мне понравилось целых 4 разных. Для вот фолка это... нужно на самом деле пивка, медовухи, побольше. И все. В принципе, все готово. Блин, это балдежное прям. Вот это. Это тоже балдежное. Вот это. И это тоже охренительное просто. И вот это. А это просто, это великолепное. Она прям самая отвратительная. Да, даже вот это понравилось. Ни одну из них я выбрать не смог. Тем более все вместе, они звучат ну просто абсолютно омерзительно. А это хорошее настроение. То, что нам и нужно для так нашего. Слушай, если ты пивка взял и очень много его выжрал, как бы, то все. Сразу оно появляется. Я злой и страшный русский фолк, в алкоголизме знаю толк. Фолк метала. Класс. Основная мелодия готова. Теперь нам нужен брынь. Неважно, делаем ли мы славянский фолк-метал, скандинавский, китайский. Знаете, средневековая лютня еще никому не повредила. Звучит она вот так. Ой. Тут брынь. Самое важное, это вот этот момент атаки. Сам брынь. Он важнее даже, чем дальнейший звук. Почему? Да потому что он создает атмосферу. Потом мы берем инструмент, который называется кельтийский молотковый... Блин, жалко, что здесь звук... Голос, типа, такой говяный, и картинка тоже прям достаточно обосранная получилась у меня. Так-то видос прям мега отличный вообще. Мер. На нем мы делаем арпеджио. Вот прям ведьмак пошел жесткий. Звучит очень красиво и замечательно, но еще лучше, если мы берем то же самое, играем на октаву выше, на арфе. Сейчас будет... А как это вместе все? Это такой ведьмак вообще, вообще обозретесь. Все вместе это звучит вот так. Просто в это пришел снимать шлюх в Новиграде. Сразу в пляс хочется пуститься. Но в пляс пока еще рано, потому что теперь нам нужно сделать метал-часть. Начнем с барабанов. Барабан... Кстати, барабаны тут видно, называются SoCal, типа сокол. Ну, короче, это типа что-то про Калифорнию, скорее всего, имелось в виду, но все равно смешно, сокол. Очень сложное. Это вот как раз самая сложная часть. Здесь будет невероятный ритм, который, ну, знаете ли, не так уж легко изобразить, и далеко не каждый сможет его не то что сыграть, а даже спрограммировать. О, поправил. Красавчик. Этот ритм должен звучать всю песню, иногда прерываясь на вот такие сбивки. Прекрасно. Теперь нужно добавить бас. Вам кажется, ритм не очень подходит, но послушайте вместе с барабанами. Зло пошло. Я считаю восхитительно. Кстати класс. Говоря, не вздумайте в фолк-метале использовать боль. Я здесь еще в Logic Pro не разобрался, кстати, как барабаны делать типа мультитреково. То есть здесь еще оно все через залупу немножко. Ну, в тогда 9 месяцев назад. Сейчас я сейчас еще можно лучше. Сейчас были там тарелки, можно там потише сделать или еще что-то. Все как бы по-человечески поменять. Больше, чем 2 аккордов. Так, вот это самая база, ребят, записываем. Кстати говоря, не вздумайте в фолк-метале использовать больше, чем 2 аккордов. Блин. Больше, чем 2 аккорда. Да. Больше, чем 2. Больше в общем, 2 аккордов. Не используйте много аккордов. Потому что если использовать 3, то получится прогрессив фолк-метал. Дальше нам нужно добавить гитару. Можно было прописать... Я забыл эту шутку. Хорош. Живую гитару, но уж... Ой, прости... напугало. Здравствуйте. Там еще на столе лежит новая тебе. О, мокрая какая-то. Что, помылась, что ли? Круто. Почаще бы так. Ладно. Нет, Даша, конечно, прелесть. Простите за каламбур, это какое-то средневековье. Сейчас.
Блин, я там панчи вообще навалил страшных в этом видео, на самом деле, при этом. Нужно добавить гитару, аккорды. Потому что если использовать три, то получится прогрессив фолк метал. Дальше нам нужно добавить гитару. Можно было прописать живую гитару, но уж простите за каламбур, это какое-то средневековье. Когда есть вот такой... замечательный звук. На припеве нам нужны картошки. Я не знаю, почему, когда ты играешь один аккорд на целый такт, это называется. Мне объяснили уже. Но всю жизнь я так называю этот метод игры, и все мои знакомые музыканты делают так же. Короче, мне объяснили, что потому что целая нота, круглая просто, типа кружок, похож на картошку. Еще какой-то был другой вариант объяснения. Ну, в общем, я теперь шарю. Знает, кстати, почему они называются картошками? Напишите в комментариях. Все, звучит прекрасно. Класс. И еще одна гитара, которая звучит всю... Ну, главное дабл-трек сделать, конечно. Влево-вправо и там чуть-чуть по-разному. Песню, но на припеве становится чуть тише. Звучит вот так. Спрограммировать это было нелегко, но я думаю, сыграть это было бы еще сложнее. Итак, вроде все готово. Минус сделать. Нелегко. Сука. Две ноты. Чего-то не хватает. А, точно, вокал. Но вокал у меня в другой программе. Почему-то, потому что я грязный извращенец. Переходим туда. Я уже все, я теперь уже мастер лоджика, уже все теперь в нем делаю. То есть раньше мне прям, ну, было вообще непонятно, как тут что это все записать, как там все не так идет, тут плагины не те. Как, то есть, ну, прям. Ну, я с DAW достаточно плохо дружу, на самом деле. Но все, разобрался. У меня пресет теперь есть под голос, я его чуть-чуть потом редактирую просто, и все, все четко. Да. Итак, другая программа открыта, здесь, кстати, замутил уже готово. Замутил я как-то с дамой, которая играла в фолк-группе на басу. О! Очень любит пивко с медовухой. Наши вкусы идеально совпадают. Так. Только после медовухи пердит во время секса так, что обои от стен отклеиваются. А чё плохого? Блин, медовуху я бы сейчас такую попил, прям сладкую. Сейчас бы такую медовушку попить. Разливную именно медовуху. Не покупную в бутылках в магазе, а типа вот, короче... Ой-ой-ой. Вот это было, конечно, вот самое прекрасное в этих фолк-фестивалях, блин, несчастных, на которые у меня ездил. Обложка для будущего сингла. Эту песню Пердев. Можете найти у меня. Не, ну я считаю, Пердев — это просто гениально. Вообще, я не знаю. Это название фолк-метал группы Пердев, это, я считаю, одно из самых смешных, что я в жизни придумал. На канале, может быть, даже выйдет в правом верхнем углу подсказочка, которая вам укажет. Шрифт ты еще нашел. Получилось. Итак, нам нужно добавить вокал. Тут всего две дорожки вокала. Первая из них звучит следующим образом. Нужно неистово блеять какую-то дичь с большим количеством ревербератора. Я считаю, замечательно создает нужную атмосферу. Но еще восхитительнее звучит вторая дорожка вокала. На куплетах нужно громко, злобно, с сортирным ревербератором рычать. Блин, реально охрененный видос на самом деле. Несмотря на недостатки этого видоса. Я прям самому смотрю, я уже забыл его, и типа, ну, знаете, как дед, который собственные шутки забыл и над собственными шутками смеется, типа. Откудина его позвал? Да, кстати, да, она бы идеально подошла прям. Бессвязный набор. Ей надо фолк-метал играть. Если есть желание, в принципе, можно заморочиться. Например, если делаешь славянский фолк-метал, тогда надо про березоньку. Если скандинавский, тогда про фьорды. Но в целом писать текст смысла нет, потому что один хрен там ничего не будет понятно. Как видите, березонька у меня все-таки проскочила. Почему? Да потому что Русь, матушка, вот она здесь, всегда есть со мной. Ну что ж, вот и все. Ну, теперь. Я хотел именно уложиться в минимальное время. То есть я поэтому здесь все отрезал, все монтировал, все прям, короче, вот, то есть чтобы это все, ну, типа, все равно не 5, а 6 минут получилось, но нормально. То есть просто мне хотелось этот ролик сделать именно вот, так сказать, ну, быстренько так, чтобы все было. Вот, но вообще, кстати, ну, в целом, просто на 5-й минуте он уже звучит. Типа, а так в 5 минут-то я уложился. Вот. Ну, кстати, 910 лукасов нормально, 10 тысяч. Но с другой стороны, 10 тысяч просмотров не так много, как будто. То есть, с одной стороны, зато каких? Типа, то есть, 900 человек были в восторге просто. То есть, по большому счету, это здорово все равно. Но что-то вот, ну, лениво немного это все делать. Сидишь там, паришься. Подписчики похихикали немного. И все, и пошли дальше. Изи фолк, да. Самое главное, надо будет сделать потом, не знаю, там, глэм-метал за 5 минут. Слушать песню целиком. Тема, да, нишевая, конечно, я очень хочу слишком. Вам сказать, что если видео наберет 5000 просмотров за месяц, тогда на Boosty я сделаю разбор
минуса... Это... Набрало, и, по-моему, я сделал. Подробно. Ну, короче, я точно там что-то разбирал. То есть у меня есть на бусте какие-то разборы... Есть два разбора говниды точно. Именно в проекте сижу, ковыряю. Сейчас я проверю даже все теги. Там есть теги типа колхозная запись, колхозное сведение, колхозная аранжировка, ранний доступ. Блин, оно не называется как разбор. Ну, короче, в какой-то из этих должно быть типа колхозное сведение, может быть, сейчас проверим. А, корнеплода я разобрал. Ну, корнеплод это, по сути, тот же самый пердев, только еще получше. И вот там есть прям разбор проекта. Ну, тоже, ну, местами с жопами, с лагами всякими. Но он на 47 минут, я там сижу подробно, просто показываю все, где, что я как сделал. Типа сейчас вот. Вот он. Ну-ка. К сожалению, у меня в MacBook... Только единственное, здесь звук дерьма, потому что я могу только на Mac записывать. Типа, и там... Там был сделан трек. Нет возможности... То есть мой, ну, звук моего голоса говяный, а остальное кажется, нормально. Звук на другой. Мне кажется, она бы не создала. Сейчас. А нет, здесь добавлено верха. Я даже не стал палец. И вот что самое ужасное, что звук моего голоса говяный и типа громко вот этот шум. Делать это. Ну, короче, всякое. Типа видос такой. То есть я, с одной стороны, все показываю здесь, разбираю по деталям, но с другой стороны, он, видите, типа говнистый. То есть я, если что, то... Это мне не нужно в оверхедах. Типа, kick in. Кто готов, типа, так потерпеть вот эту вот всю залупу? Кому интересно, смотрите. Вот я слушаю, а реверб. Поэтому я сделал. Сижу, типа, показываю, что как. И все делается встроенными плагинами, скорее всего. А, кроме, ну, фаб-фильтр. Ну, фаб-фильтр это имба. Исходники грязной лужи еще он есть. Разбор грязной лужи, кстати, там, по-моему, получше звук я сделал. Потому что на маке не сделать. Итак, нормально. Всех ничего. Категорически приветствую. Это вот прям самое приличное, что можно сделать там. Этому пожилому маке. Я порезал частоты те, которые я не хотел, чтобы... Вот это, кстати, гига-видос вообще просто. Разбор, как этот трек в стиле Рамштайн сделал, там еще что-то. Ну, короче, кому эти приколы интересны, на бусте там две сатыги в месяц, там я такого говна понаснимал, типа, поразбирал. Ну, просто прикол в том, что, ну, типа, есть минусы у этого контента, я вам их показал на всякий случай, чтобы вас не обманывать. Этой песни более подробно. Если 10 тысяч, то, во-первых, я его выложу в открытый доступ, во-вторых, буду продолжать рубрику. Кстати, не набрало. Но это я сказал за месяц, так что все уже все равно бессмысленно. Ну, типа, я вот, мне хотелось, типа, я бы продолжал это, если бы просто это было более популярно. Типа, вот как будто не так впадло было бы. С одной стороны, конечно, ну, типа, те, кто посмотрел, зато это какого качества? Аудитория, насколько крутые, да, но все же, ну, ну, типа, именно чем-то помимо стримов таким заниматься хочется, если уж, ну, какой-то рубрикой, там, блогерством вот этим всем, блогерством все равно уж хочется заниматься, чтобы это, обмазываться вот циферками вот этими обдроченными, вот, а так, типа... Также прошу вас написать комментарий от 4000 слов под этим видео, подписаться на канал, подписаться на телеграм-канал, подписаться ВКонтакте и заходить на мои лучшие в мире стримы каждый день, где я слушаю любую музыку и комментирую ее, ведь я эксперт в любой музыке. По-моему, отлично. Здесь он еще дерьмово звучит, кстати, хуже, чем в итоге здесь, потому что, по-моему, у меня... В OBS я что-то там обосрался. То есть у меня обработка стояла на самом устройстве воспроизведения. То есть здесь он, ну, типа, он вообще вот так должен звучать. Здесь прям нормально, как надо все. То есть, ну, то есть глухое все типа, немножко. Корнеплод вообще отлично получился. Здесь еще так, типа, разбираюсь пока с программой. Вот тут, да. Я считаю, супер. Ну, это... Пердев Корнеплод сейчас мы идем. Вот Виктор Корнеплод, там уже прям все, я просек, так сказать, недостатки прошлого трекича, и тут он уже идеальный почти. Ну, не идеальный, конечно, но гораздо лучше. Частот верхних больше и так далее, все. Плод, сука. Еще и фит с говнидой.
Но на самом деле еще лучше он звучит не на Ютубе. Походу, у меня такое ощущение, что YouTube чуть-чуть что-то там подрезает. Ну, то есть он громкость точно режет, но, походу, еще и не только громкость. Верхние частоты. Ну, а хотя вы же все равно это сейчас на YouTube будете смотреть. Но просто так он дважды их режет, а так как будто нет. То есть он даже тише слушаешь, все равно она гораздо лучше звучит. ВКонтакте, короче, есть. Идеально. Там я даже текст придумал в этот раз. А здесь вообще, то есть, прямо тройное обсирание всего этого произошло. Да, YouTube просто вот в этом плане, я не знаю, скамит невероятное. Зачем, непонятно. Взяли там, изговнили звук. Самое кайфовое, что нужно. Все, дорогие зрители, спасибо огромное за просмотр. Надеюсь, что до новых скорых встреч. Желаю всем добра. И слушайте. Что хотите, короче, слушайте, мне вообще насрать. Лучший. Реально, прям. Я вот реально некоторые свои собственные видосы вот так пересматриваю. Либо потому что забыл, либо потому что даже я помню, но мне реально нравится. Типа, ну, то есть, где-то мне твои старые видосы бесят, потому что сделаны прям, ну, кринжово, говяно и так далее. Но некоторые прям я сам смотрю просто и такой. Роскошно. Просто гиг доволен. Ну, типа, этот видос, вот он полукринж, полулюто кайф. Вот такие дела. Спасибо большое за просмотр. И там кто-то задонатил тоже. Что, едем дальше.